И в завершение выпуска о погоде. МЧС предупреждает, сегодня ночью и днем 6 июля на территории Чувашии ожидается сильный дождь. Усиление северо-западного ветра 8-13 метров в секунду, местами грозы. Неблагоприятные погодные условия могут привести к обрывам линии электропередачи связи, обрушениям слабо укрепленных конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов, затруднения в работе всех видов транспорта. В случае необходимой помощи звоните на номер спасателей и пожарных 01. Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно принимает информацию от населения при угрозе или возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф.